К вам посетитель. Здравствуйте, Шилов Николай Иванович. Добро пожаловать на борт. Здравствуйте, Третьяков Сергей. А вы... Я Галина Михайловна. Я же вам по телефону сказал, что Галины Михайловны нет сейчас на судне. Но она в Мурманске. В Мурманск это нас завернули. А Галина Михайловна в Москве. Вместо нее временно назначен другой капитан. Как в Москве? А я как раз из Москвы. Я, наверное, что-то не расслышал. Вот черт, а. Вот, разминулись. А когда Галина Михайловна должна вернуться? Это я даже приблизительно вам не скажу. Может, через 2 недели, может, через месяц. Она давно в отпуске не была. Обидно-то как. Я ей тут небольшой подарок привез. Может, передадите, не тащить же обратно. А вы ей, простите, приходите... Я родственник. Дальний. А. Вы оставьте, я вас сейчас провожу в каюту, Галина Михайловна, оставьте, а потом покормим вас чай там. Спасибо. Прохладно у вас. Да. Вот это ее каюта. Что вы хотели? Передать, оставьте ее на столе. А адрес Галины Московский не дадите? Адреса у меня нет, если что, мы по телефону связываемся. А телефон у нее. Она сама звонит. Дочки ее Светы и Рита. Танюшка, внучка. Правда похоже? Похоже. Вот. Ну что, пойдемте чаю попьем. Покормим вас. Спасибо.
говорит, что денег у него нет. Сам в долгах, фотоаппаратуру купил, заказы набрал. Бесполезно. У тебя дар, Светка, паразитов-то ходить. Можно подумать, твой Володя лучше. Я его нычку распотрошил. Он на лодку копил моторную. И чего, много накопил? Да, 25 тысяч всего. Еще дома пятнашка была. Надо точно кредит в банке брать. Процент, конечно, грабительский, я уже узнала на всякий. Рит, я буду половину отдавать. Ой, ладно. Честно. После старта спасибо большое. На вас возглавил долг и реста из Мерседеса. И соперника. Эй, красавица. Шалиш? Еще пивка? Может, сама со мной посидишь, Ксюх? Некогда и не положено, сам знаешь. Не положено? Так, может, пойдем положим? В подсолнечник. Но на минутку. На минутку? Это с женой, Володя. А я, девушка, серьезная. Мне любовь нужна. Надолго. Я соскучился, сил нет. Подожди до конца смены. Девушка, а можно пиво нефильтрованное? Да. И еще одну порцию. Милый. А если еще процент, пожалуйста. Девушка, повторите. Галина Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш адвокат. Меня зовут Арнольд Витальевич. Ваши дочери ждут вас на выходе. Вы свободны. Спасибо. Пожалуйста. Много вы адвокатов заплатили. А, давай сейчас это не обсуждать. Мама, а можно эту игрушку все время с собой не таскать? Да не могу, он казенный, подотчетный, мне его сдавать надо. Слушайте, вы Таньке не сказали? Мама, ты че? Спасибо. Девочки, простите меня. Ну, вот так вот все с этим журналистом и получилось. Ну, вы, девчонки, не расстраивайтесь, я все сделаю, все улажу. Ну, будем надеяться. Рит, скажи, а Володька так вот часто задерживается? Ну, конечно, мам, он же автослесарь у нас, у него дел по горло, и все государственные. Слушайте, вот я все думаю. А может, меня сглазили? Рит, что ты такое говоришь? А ты же у меня умная, ну. Мам! Может, человек так измениться? Он меня на руках носил. Рит, ну ты как маленькая, ей-богу. Ну так всегда поначалу бывает. О, Господи, если вы знали, как я устала. Стараюсь, а? Все, бестолку. Да. Вот поэтому меня в ваш ЗАГС с пулеметом не затащишь. Ой. Да и не поэтому, а потому что еще не влюблялась по-настоящему. А я не собираюсь. Мне и так хорошо, с головой на плечах. Угу. Правильно. Так, дамы, чё, только не рычать. Задержался, срочный заказ был. Может, правда, заказ? Мама! Свет! Ну, конечно, заказ. Срочный. Рит, подойди на секундочку. Рит, а где все мои рубашки? Не знаю, я не трогала. Что значит не знаю? Ты дома-то занимаешься, нет? Вовка, рубашки я взяла, в отбеливатель замочила, завтра постирну, они чистые будут. Мама, ну кто тебя просил? Да там воротнички, они совсем засавились, я терпеть не могу. Грязные, они сиять должны. Ну, завтра на работе буду сиять голым задом, видимо, да? Ну почему? А вот смотри, рубашка-то какая красивая, смотри. Мне нравится. Мне тоже нравится. Не подходит, не по погоде.
Спасибо, Галина Михайловна. Так, давайте так, вот шкаф мой, так? Так. Квартира вроде как тоже моя. Комната моя. Вы попробуйте, если у вас получится. Просто не заходите сюда. И свои порядки, пожалуйста, устанавливайте на корабле. Ну, просто я так думаю, будет лучше для нас, для всех. А здесь я хозяин в своей квартире. Хорошо? Ладно. Можно пройти? Кто тебя просил лезть? Спросил бы меня. Дри, я же как лучше хотела. Понимаешь, там воротнички засалили совсем. Я домой поехала. Светка, погоди, я тебя провожу. Нет, не уходи, пожалуйста, уже поздно, оставайся у нас. Свет, ну как ты доберешься? Поздно уже. Мам, ну не первый день в Москве, возьму такси. Ладно, давай. Завтра на шашлыки. Чего? Ну, шашлыки. Маму с собой возьмем. У Танюху, Светку. Рит, давай спать. Ну, не сердись на маму, пожалуйста. Она же от чистого сердца. Поехали, мы так давно никуда не ездили все вместе. Давай завтра это обсудим. Мы спать охота. Где хорошая, мне нравится. Внимание, встречайте! Добрый день. Космы Демьяновская набережная. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здорово. Сергей Александрович, здрасте. А можно вас на минуточку? А что так быстро? Ты же хотел на 2 дня. Я могу вернуться в Мурманск. Ну что ты? Как рыба. Ты про что? Ты же хотел поменять нам поставщика. Пустая трата времени. Как Никола справляется? Ну, с тобой, конечно, не сравнить, но старается. Ладно. Пойду работать. А то хозяйка ругается. Светлана Быкова. За пара небольшая, нужна помощь ваша. Давай.
извините. Я прошу прощения. А это Мурманск. Что? Напоминает мурманские пейзажи. Я говорю, напоминает Мурманск. Так это он и есть. Вы там бывали? Да, я там родилась. А. У вас поразительные чувства света. Наверное, потому что меня зовут Света. А я Сергей Александрович Третьяков. Третьяков. Будем знакомы. А вот эту картину я бы купил. Да, конечно. И вот эти две тоже. Они продаются? Да, да, здесь все продается. Какое-то поразительное буйство красок. Спасибо. Талантливо. Где-то спасибо. Учились? Да, в Строгановке. Три курса. А вы даже не спросите про цену? Спрошу. 20 тысяч за картину. Хорошо. Тань! Чё? Пойди какой-нибудь камень принеси, сейчас на скатерть положим, а то ветер начнется, еще и улетит все. Вовка, бросай свои ручки, иди сюда. Мангалом надо заниматься. Мясо – дело мужское. Давай-ка дощечку подложи, а то он криво стоит. Сейчас разберемся, горит мясо. Ну что, подложи, да и все. Рит, куда ты мясо так рано притащила? Скиснет. У вас что, сумки холодильника нет? Мам, у нас все есть, что нужно. Ясно, я вам куплю. Ритуль, давай овощи помой. Ну, не в этой же грязи, ну, соображать надо. Рит, у нас в машине хорошая вода есть. Ну, чё ты? Ну, чё, вот ты на меня-то машешь, не можешь в другую сторону? Марина Михайловна, вы сели у костра, ну, чё? Вот Анча молодец, хороший балаган принесла, клади на скатерть. Это чё, все дрова? Вон, уголь есть ещё, магазин. Зачем нам эта химия нужна? Танюх, пойдём-ка дровишек насобираем. А ты пока Светке позвони, скоро она там. Ба, подожди! Ба! Вовка! Ба, иди сюда! Я нашла! Хочешь выпить? Вон там куча 100%. Вообще домой собирается или как? Не знаю, Володь. Дай. Вот радость-то. Ой. Ну, давай, разжигай. Пожалуй, вот эту я тоже возьму. Да, вот эту? Угу. Вам очень хорошо удается море. Ой, спасибо. Вообще морская тематика моя самая любимая. Я даже одно время думала маринистом стать, но Айв Азовский занял всю поляну. Век как помер, а все держит рынок. А почему именно море? Ну, не знаю, Мурманск. Море – мое детство. А почему вы уехали оттуда? Ну, как-то мама так решила. И потом мы все детство переезжали. А вы у мамы одна? Нет, у меня еще старшая сестра есть. Ой, извините. Вот легка на помине. Да, Рит, я сейчас не могу говорить, я тебе перезвоню. Я перезвоню, давай, все, пока. Простите. Свет, а вы не могли бы оставить свои картины буквально на часок?
Зачем? Да тут неподалеку есть славное кафе. Я хотел бы заказать вам несколько пейзажей, но только для меня. Ну и хотелось бы обсудить это в спокойной обстановке. Это возможно? Да вы не волнуйтесь, много времени я у вас не отниму. Пожалуйста. Хорошо. Сейчас. Кать, присмотришь за моим хозяйством? Да, конечно. Запах, да? Классный. Ты посоли. Посолю, когда сниму, жесткий будет. Да не бойся, соли. Галина Михайловна, я сам знаю, что делать. Вовка, по-моему, тебя клюет. Ну, глянь, точно. Посмотри, посмотри-ка, а? Мам, ну зачем ты? Ну, молодец, просил. Я знаю, что делаю. Вкуснее будет. Да не клюет ничего, Галина Михайловна. Слышь, Вовка, а ты бы сережку вместо блесны нацепил, может, лучше клевать бы стала. Пожалуйста. Спасибо. А сестра ваша тоже рисует? Да, справки в основном. Она у нас по медицинской части. Так что с приветом в семье. Я одна. Понятно. Родители гордятся вами, наверное, да? Да было в чем гордиться, Сергей Александрович. Я же не в Третьяковке выставляюсь. Ну, это пока. Нет, я себя цену знаю. Обыкновенная мазилка. Вит, ты что там делаешь? Ты что там пьешь-то? Коньячок, мама. Пойди еще раз Светку набери. Тань, хватит глаза портить. Помоги матери овощи дорезать. Блядь, ну тишь, вредненька какая, а? Извините, Сергей Александрович, это все странно. Просто они меня с мамой заждались уже. Извините. Рит, да не могу я сейчас приехать, я же тебе говорю. Он половину моих картин скупил и хочет еще, чтобы я ему на заказ писала. Ну, может, и запал. А может, я непризнанный гений морских пейзажей. Ладно, все, Рит, давай, ты наври чего-нибудь маме. Да, все, не могу, давай, целую. Вот как-то она не придет, а? Вся семья собралась. Она же обещала. Ну, не может она. Сказала неотложные дела. На-ка, вот компотику попей. Не надо, Володя! Че? Ну, я ж просила. А что ты за соломку хватаешься? Тебе же сказали, не надо. Ну, пересолено же теперь все. А мы сейчас все исправим, водичкой промоем. Рит, ты что, издеваешься? Шашлыки водичкой? Вместо того, чтобы бухать, лучше за матерью своей следила. Ее же одну страшно оставить, ей-богу. Да ничего страшного. Огурцы соленые едят. Ну, хватит уж, давайте уже за стол собираться. Сейчас остынет все, ну. А я уже сыт, а вы как хотите. Мам, кто тебя просил вмешиваться? А чего я такого сделала? А вы, наверное, бизнесом занимаетесь, Сергей Александрович? Ну, еще не хватало. Я повар. Да ладно. Честное слово. Шеф-повар в одном небольшом, но весьма модном ресторане. Вы разочарованы? Да нет, что вы. Я сама очень люблю готовить. И мне кажется, это как с картинами. Без вдохновения лучше не браться, все равно дрянь получится. Это верно. А здесь на вернисаже все ваши работы?
Да нет, что вы, это так на продажу. А то, что настоящее, ну, то, что я для себя рисую, я сюда не таскаю. Не надеетесь, что поймут? Не верю, что купят. Понятно. Светлана, не сочтите за наглость. А можно на них посмотреть? На что? На ваши картины. А, конечно. Приезжайте ко мне в мастерскую, я вам сейчас адрес продиктую. Да? А вы диктуйте, я запомню. Большой Сухаревский переулок, дом 14. Дом 14. Ребят, ну чего вы как дети малые, а? Володь, ну ты куда? Мы ж только приехали. Да надоели вы, к чертовой матери. Мам, лучше помоги собраться. Я тебя прошу, больше не лезь к Володе. А чего у тебя за цаца такая, а? Шашлык я ему испортила. У меня 100 человек в подчинении, ничего, все довольны. Да, сами-то они в курсе, что довольны. Ты тоже хороша. Вот нужно тебе было столько пить сегодня при ребенке. Слушайте, перестаньте делать замечания моей жене. Вообще-то она моя дочь, если ты помнишь. Ага. С вами забудешь, Галина Михайловна. Как же? Да сколько можно в конце концов? Не кричи на мою маму! Перестань орать. Это что такое? Взяла манеру орать чуть что. Да перестаньте вы! Надоели! Если не можете жить вместе, так разводитесь! Поняла? Танюш, ты куда, Тань? Подальше от вас! Сама на электричке доеду! Танюш! Таня, подожди! Слышишь? Танюх, ну подожди меня, слышишь? Таня! Они все время грызутся, как кошка с собакой. Ну, знаешь, между взрослыми всякое бывает. Да мне плевать! Ну, если плевать, что тогда ревешь? Чего бежала, как кошка ошпаренная? Думаешь, родителям легко, что ты истерики такие закатываешь? Они, может, после того еще больше ссориться начнут. Ты с дедом тоже так ругалась, да? О, еще как! Дед, знаешь, какой молодой и горячий был? Правда, я тоже за словом в карман не лезла никогда, нет. Я в него один раз сковородку жареной картошкой запулила. И что? Да ничего, увернулся. А мне потом всю кухню перекрашивать пришлось. Ты его очень любила, да? Да, Танюха, очень. Очень. Он молодой был, добрый, веселый. Он на тебя похож, такая же горячка. Наделает дело, а потом извиняется, кается. Только я не каюсь. А вот это и плохо. Ты думаешь, родителям легко, что ты им такие истерики вот закатываешь? Да им все равно на меня. Они даже не замечают. Маленький мой, запомни. У родителей ничего дороже ребенка нет. Тань, слышишь? Мама с папой могут ругаться, могут ссориться. Но ради тебя они на все пойдут. Это правда. Ну все. Все. Лита. Лит. Лит, просыпайся. Приехали. Где Танька? Мама. За эту парочку не волнуйся. А если она танки домой придет, я вообще не удивлюсь. Башка болит. Болит. Ну, конечно, болит. Не надо пить было. Пошли домой. Продукты сум. Ну куда ты? Я сам потом. Пошли. Ой, Володенька, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Прости меня, Володь, ладно? Спи. Пенчушка. Здравствуй. Пойду чайку попью. Еще раз поцеловать.
соскучилась. Что за запах? Что-то новое? Нет. Что за духи? Как называется? Который ты подарил? Да. Что-то не узнаю. Они в спальне стоят. Пойдем покажу. В спальню. Давай вставай, хватит дрыхнуть. Ой, где Володя? А я откуда знаю? Мы вчера с Танюхой пришли, его дома не было. Михалыч, наверное, опять на работу вызвал. Замучили совсем. Танюха проснулась, вечно ее не добудешься. Да умывается уже. Давай вставай, пойдем завтракать. Ой. Танюха, выходи немедленно, ты в доме не одна. Бабушке надо в туалет. А чё я-то? Я не хочу, а ты потерпишь. Не потерплю. Какой ужас. Ты чё с собой сделал-то, а? Эл, разве можешь в таком виде в школу? Мам, это макияж из модного журнала. Из какого журнала? Ну-ка, пошла быстро умылась. Да отстань ты от нее. Спасибо, ба. Спасибо, ма. А мне нравится. Все, пока, я побежала. Ай. Осторожней. Это что? Это винт от самолета. Ты что, летчик, что ли? Люблю самолеты. Ага. Ты в этом подъезде живешь? Да. Значит, мы теперь соседи? Ну, получается. Меня Кирилл зовут. Девушкам руки не жмут. Я жму. Да ну тебя. Здрасте. Ты хоть бы спросила, где он всю ночь шатался? На работе, мам. Где это видно, чтобы автосервис по ночам работал? В Москве, у нас здесь все круглосуточно. Да у вас здесь все через... Рита! Дайди-ка сюда. Чего? Где деньги? Володь, я тебе сейчас все объясню. Я тебя спрашиваю, где деньги? Не ругайся, пожалуйста. У мамы возникли проблемы, нам пришлось срочно заплатить адвокату, чтобы вытащить ее из ментовки. Класс. Да лучше бы твою маму посадили лет на 10. Ты же знаешь, сколько я собирал. Я же откладывал на лодку сам, понимаешь? Я откладывал.
Рит, я... Я у Светки поживу. Вернисаж ты ее далеко. Но я найду. Я пойду вещи соберу. Девушка картины не рисует? Живопись? Нет. Ну, красиво. Свет. Мама, привет. Привет, моя хорошая. Это чего такое? Что-то случилось, мам? Да у Ритки там бог знает, что творится. Можно я у тебя пока поживу? Я не помешаю, дочка, честное слово. Да, мам, ну, конечно, можно. Ну, живи, конечно. Только у меня там такой бардак. Мам, посиди секунду, ладно? Сейчас я приду. Посиди, сейчас поедем. Ритух, какими судьбами? Здорово, Михалыч. Володя на работе? Да вон киснет сидит. А вы что, поругались, что ли? Чего он врачней тучи пришел? На кухне он. Володь, прости меня, пожалуйста. Я правда кругом виновата, честное слово. Я просто не успела тебе сказать, что я... Деньги взяла. Не успела? Или не хотела? Чем хочешь, клянусь, не успела. Все так быстро произошло, мы со Светкой чуть с ума не сошли. Я верну тебе деньги, честное слово. Купим тебе лодку, самую лучшую. Ну, Волод, ну прости, пожалуйста. А мама к Светке перебралась. Все наладится, честное слово. Что ты тут, что, прям здесь, что ли, на работе? А что такое? Раньше тебя это не останавливало. Рита. Алло, да. Минуту. Давай. Бери. Некогда мне тут. Иди домой. Ну все, хорош, Рит, ну что такое? Что ты делаешь-то? Видишь, я занят. Все, пока. Да, котик. А? Как ты? Вова, а ты фильтры на УАЗике поменял? Конечно, уже отдал. Че? Гигант. Михалыч. Михалыч, деньги есть? Сколько хочу, нету. Понятно. Ну, я серьезно, мне 1020 до зарплаты, я отдам. Ты тещу прокормить не можешь, что ли? Смешно. Не, не домой. А куда же? Ну, что случилось-то? Колись, колись. Что, ничего не случилось. У Ксюхи бабка заболела, деньги нужны, и все. Че? Смотрю, ты совсем дурак. Чего? Ты чего ж думаешь, один с ней спишь, что ли? Это, наверное, вообще не твое дело, Михалыч. А чье?
Ты о жене-то подумал? О дочке? Отвали ты! А ладно, мы с тобой 100 лет знакомы. Поэтому я тебе вот что скажу. Ты если бабу новую нашел, так вот забирай свои трусы в охапку и дуй к ней. Или пошли ее нахрен, если семья дороже. Понял? Так по-честному будет. И по-мужски. Угу. Где там ключ? Где ты его оставил? А? А, вон, вижу, на сиденье. Что это за бомжатник-то, а? Свет, ты зачем этот сарай-то купила? Ты зачем этот подвал-то купила? Я ж тебе деньги на квартиру давала. Мам, ну, ты не понимаешь, это мастерская. Да это сарай самый настоящий. Вон, в коридоре свет не работает. Проводка полетела, с потолка, наверное, капает. А что за запах-то такой, а? Да тут ремонт надо делать. Мам, ну какой ремонт? Ну это мастерская такая, какая есть. А потом, ты знаешь, какой дорогой район? Ты представь, сколько эта мастерская будет через пару лет стоить. Да через пару лет ты здесь туберкулез себе заработаешь. Я не ожидала, я просто не ожидала. Ладно, мам, я пойду в магазин схожу, ты пока располагайся, хорошо? А магазин зачем? Ну, за продуктами. Но я не успела купить к твоему приезду. Ладно, все, не скучай. Простите, а у вас там звонок не работает? А Светлана Быкова здесь живет? Я не ошибся? Осторожно! Вам по... Галя? Ты? Ты что здесь делаешь? Я к Светлане пришел. Зачем? Ну, я вас... А ее нет? Не смей, слышишь? Не смей лезть к моим дочерям. Но это и мои дочери, Галь. Тебя не было 20 лет. Ты чокнулась? Это тебя не было 20 лет. Как ты могла? Я вас столько искал. Значит, плохо искал. Ты даже отчество девочкам сменила, Галя. Не только фамилия. Это подло. Не смей. Слышишь? Не смей говорить мне про подлость. Ты сам во всем виноват. Я? Что ты сказала дочерям? Уходи. Что они знают? Уходи, Светка сейчас вернется. Я знаю. Она мне сама встречу назначила. Она такая стала, Галя. Просто красавица. А Рита? Сережа, я тебя очень прошу. Уходи, Алла.
познакомились со Светой, Галя. Успокойся. Ты ей сказал, кто ты? Да нет. Просто купил у нее несколько картин и все. А что девочки знают про меня? Что ты пропал без вести, ушел в лес за грибами и не вернулся. Потрясающе. Какая фантазия. Про грибы сама придумала или подсказал кто? А ты что хотел, чтобы я им правду сказала, да? Правду? А ты сама-то что знаешь о правде? Ты хоть раз меня выслушала, поняла? Сереж, Сережа, я тебя очень прошу, не сейчас. Давай, девочки ничего не должны знать. Почему? Потому что ты сама так решила? Да, потому что я так решила. До свидания. Хорошо. Я уйду. Но сначала мы должны встретиться и поговорить. Встретимся и поговорим. Возьми, пожалуйста. Это не дурное кафе. И кофе там варят вполне прилично. Пожалуйста. Завтра в 12. Хорошо. Ты придешь? Хорошо. Мам, а чего это у нас дверь-то открыта? Ой, Сергей Александрович, вы уже пришли? Сейчас, секундочку. Здрасте. Здрасте. Это моя мама. Вы уже познакомились? О, да. И даже почти подружились. Чудесно. Пройдемте, я вам покажу свои картины. Угу. Проходите, проходите. Вот, это вот, кстати, тоже мурманские пейзажи. Угу. Это я просто немножко больше теплых тонов добавила. Я, кстати, забыла спросить, а вы тоже там бывали? Да я много где бывал, Свет. А это я в прошлом году ездила по местам детства, рисовала. Угу. Ой. Знаете, но, к сожалению, мне пора. Как? Я вам еще ничего не показала. У меня самое интересное не разобрано. Тут еще очень много всего. Смотрите. Извините, Свет, но, видимо, в другой раз. Но мы даже ваш заказ не обсудили. Еще обсудим. До свидания, Галина Михайловна. Может, вас проводить? Ничего, ничего, я сам. Спасибо. Всего доброго. Ты что тут наградил-то? Ты зачем в дом незнакомых мужиков таскаешь? Мам, да это просто мой клиент. Он у меня половину картин скупил, еще собирается. Мам, чего с тобой такое? Не нравится мне этот Сергей Александрович. Мам, да он нормальный мужик, он просто мой покупатель. Ладно, давай ужинать. Смотри, что я купила. А что, ты, Ритка, напилась? И ты к бутылке потянулась? Мам, я вообще не пью. Я купила это так, нам для удовольствия. О, Господи, зачем я в эту Москву-то приперлась? А? Жила бы себя в Мурманске, ничего бы этого не видела.